Пока. Пока. Наконец-то я приобрела свое жилье. Осталось только обустроить его. Но денег, к сожалению, на все не хватает. Краем уха слышала, что можно вернуть налоговый вычет с покупки жилья. Но как это сделать, я не знаю. Посчастливила, что сегодня день открытых дверей в налоговой инспекции. Сейчас на месте во всем и разберусь. Я приобрела квартиру, хотела бы вернуть налоговый вычет. Посоветуйте, куда мне обратиться? У нас имеется специально оборудованная комната, где у нас сидят консультанты, и они вам помогут заполнить декларацию. Пожалуйста, проходите в 106 кабинет. Здравствуйте, можно к вам? Как можно вернуть налоговый вычет с покупки? У вас именно чисто договор покупки, да, идет? 20-21 апреля Федеральная налоговая служба впервые проводит День открытых дверей. Ну, это День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогам на доходы физических лиц. Целью проведения вот этой кампании является повышение налоговой грамотности населения и привлечение физических лиц к декларированию. Также у нас сегодня есть подготовленные консультанты из числа сотрудников налоговой инспекции, которые оказывают практическую помощь по порядку заполнения налоговых деклараций. Уважаемые наши плательщики могут не только заполнить налоговую декларацию либо вручную, либо с использованием средств программного обеспечения, но также выйти на интернет-сервис «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц». Я обратился со своими льготами, все мне уточнили, квитанции заполнили, все, честь по чести. Большое спасибо. Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан администрирует юридические лица. Но это крупные предприятия нашей республики. Но сегодня наши двери открыты для всех желающих физических лиц, которые могут получить у нас профессиональную квалифицированную помощь. С каким вопросом вы обратились сюда? У меня два вопроса. Налог на квартиру, приватизированную квартиру и по поводу учета. Я пришел для консультации по заполнению декларации. Я пришла с вопросом о заполнении налоговых вычетов на обучение. Я первый раз занимаюсь этим и очень хотелось бы узнать, как это делается. Я вот человеком, скажем, в годах и самому самостоятельно тем более заполнить в интернете и как-то декларацию я не смогу. А тут специалисты помогут. Что скрывать, не совсем грамотно. Спасибо девушкам, которые нам помогают разобраться во всех этих. Если вы не попали на дни открытых дверей, ничего страшного. Граждане в любой инспекции могут обратиться в любой день рабочий и получить нужную информацию. Также работает сайт, на котором размещена вся информация, необходимая для налогоплательщика. Наш сайт r02.nalog.ru.